Днем гора Роланд – живописная часть ландшафта в австралийской Тасмании. Но вечером здесь начинается настоящее волшебство. На горе показывают лазерное шоу. Я всегда мечтал, чтобы гора Роланд стала значимой точкой на карте. И думаю, такое шоу – отличный способ это сделать. На горе оживают легенды Тасмании. И все это на участке длиной 4 километра и с помощью 24 лазеров. Фестиваль называется «Файлайт». Готовились к нему целых 3 года. По словам организаторов, лазерное шоу такого масштаба – первое в своем роде в мире. Делать это в таком масштабе и объединить все лазеры – такого раньше не было. Теперь сюда съезжаются со всего штата. Мы захватили с собой много теплых вещей и еды и повеселились от души. Замечательно. Кто знает, может быть, когда-нибудь сможем смотреть на горе Роланд любые фильмы. Это невообразимо. Так что мы пришли с корзинкой для пикника и ковриками и отлично провели вечер. Видеть подобное в Тасмании очень здорово. Похоже, фестиваль удался на славу. Дальше – больше. В следующем году организаторы планируют проводить такой праздник целый месяц.